Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Вот эту сумочку я попробую сегодня связать. Вот, кстати, видно, нитки даже похожи. Но у меня небольшая проблемка, я вам расскажу, покажу, объясню, в чем проблема. Вот эту сумку с такими ручками. И я еще хочу сделать через плечо одну большую ручку. Размер, конечно, у меня такой не получится. Вот в этом-то, по сути, и моя проблема. Но я считаю, это не проблема, я просто сделаю маленькую. Если вы захотите побольше, то вы будете делать, заказывать больше ниток и делать большую. Главное, мы разберемся сейчас с принципом. Надеюсь, что я эту сумочку повторю. Во всяком случае, постараюсь максимально приблизиться к оригиналу. Так что оставайтесь со мной, смотрите, вяжите. Девчонки, начнем с того, что вот видите, у меня ножницы в побелке. Я тут делала ремонт. И нитки в бобинах, которые, кто видел обзор, тот видел обзор. Но проблема в том, как я говорила, в том, что у меня один всего лишь моток ниток. То есть это около 400 граммов. И я не знаю, пробовала... вязать как здесь нитки есть, оно красиво, оно плотно. Эту идею я оставила, потому что получилась бы вот такая вот малюсенькая сумочка. Я не хочу, я хочу чуть побольше, чтобы она, во-первых, чтобы мне не так хватило, во-вторых, чтобы она была чуть-чуть побольше, и в-третьих, чтобы она не была очень тяжелая. Поэтому вот эту нитку, которая у меня из бобины идет. Сейчас я вам покажу. Я вот вяжу два круга параллельно и потихонечку разрезаю эту нитку напополам. Лента у нас 3 сантиметра, ровно 3 сантиметра. То есть разрезаю на 1,5 сантиметра ленту. Вот, кстати, посоветую все остальные мастер-классы, которые у меня там есть, не из этой пряжи, из другой, из той, которую я покупала, разрезайте вот так вот. На тапочки лучше разрезать, они не будут такие плотные. Ну и расход будет меньше. Вот таким вот образом я это все дело разрезала и вязала параллельно. Вот прям из двух этих, вот такие два круга. Видите, а здесь вот мне придется зашить эту дырочку, потому что я затягивала кольцо, и так тянула, что аж оборвала дырку. Здесь дырки нету. Как вязать круг, появится вот здесь вот в уголке видео или в конце видео, в конечной заставке, как вязать круг. Круг из 12 рядов, это уже сейчас, вот, из 12 рядов, если вы хотите... сумку больше, и вы будете покупать два мотка нитки. Довольно-таки, видите, вот тут не затянуло, не обращайте внимания, я это защищу руками. Я считаю, что довольно-таки плотное оно. Но если хотите поплотнее, то заказывайте два мотка ниток и вяжите, не разрезая нитку. Но я хочу обойтись одним вот этим мотком, то, что у меня есть. Вот у меня, кстати, второй, я примерно смотрю, сколько я использовала уже ниток, чтобы ориентировочно... как бы мне хватило этой одной бобины. Вот. Это что касается размера сумки. Какая по итогу выйдет потом, я вам расскажу. Значит, основа у меня 2 круга по 12 рядов. Из этих 12 рядов один, по-моему, в 6-м ряду я сделала ровный, чтобы сравнять. Но это вы поймете по тому видео, как вязать ровный круг. Сам принцип. То есть вяжем круг нужной нам величины. Хотите больше, хотите меньше. Принципиально не важно, как бы. Это уже зависит от того, какую сумку вы хотите. И теперь я начну вывязывать ручки. Вот это я начала вязать 13 ряд, видите, и не дохожу до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Значит, одну петлю я еще провяжу вот здесь вот. Добавление все я тут сохранила, то есть делала добавление. Ну, тут в конце одно у нас аннулируется. И здесь вот делаю 10 воздушных петель. Сейчас посмотрим. Вот, 10 мало. Вяжем 11, 12. На ручку. Все, девчонки, корректируем, меряем, пробуем, потому что точно я как бы, я тоже это пробую, а точно мы должны, мы определим только когда видим. Так, 12, еще вяжу 13, 14, 15,
Сейчас я решу, хватит мне этой ручки 15. Она будет вот такая вот. Нет. 16, 17, 18. Так, я думаю, на этом я остановлюсь. 18 воздушных петель. Вот здесь вот начинался ряд, я его продолжу. Уже здесь не буду ничего соединять, то есть продолжу вот так вот, как оно есть. И по кругу этот ряд я уже не буду добавлять никакие петли. Ровно вяжу прям до этого места и ручку вам потом покажу. То есть вы вяжете произвольно круг, уже не важно из скольки он у вас рядов. Вот в последнем ряду, не довязывая до конца ряда, делаем вот эту заготовку на ручку. И вяжем столбиком вот эти узором галочка до конца. Забыла сказать, что вяжем все узором галочка до конца ряда. Я тут вяжу параллельно, и как раз, чтобы вам показывать. Вот видите, я довязала до конца ряда. Здесь уже я не добавляла ничего, никаких добавлений не делала в этом круге. И довязала до ручки. Сейчас будем вязать ручку. Что хочу вам сказать. Кто знает, тот знает. Я думаю, все знают, что я нахожусь в лесу, в горах. Поэтому я бы рекомендовала вот в эту ручку вставить какую-то леску, проволоку, жгут, что угодно плотного. Я сделаю это вот таким вот образом, то есть уплотню ее вот примерно до сюда. Я сейчас прям маркером здесь придавлю его здесь. Вот, вернусь сюда. Так вот. И начну вязание. Начну обвязывать эту ручку, то есть я немножечко ее уплотнила этой ниткой. Раз. Но если вы сюда еще что-то вставите такого прям классного, плотного, будет вообще круто. У меня ничего нету, честно скажу, к сожалению, сейчас, в данный момент. Так, вот смотрите. И последнюю 25 столбиков без накида я провязала в эту как бы ручку. Теперь продолжаю этот круг. Вот мой маркер, я его снимаю. Но знаете что, мне нужно попасть в эту петлю, то есть сделать галочку, и еще одеть вот эту, чтобы оно у нас не, вот смотрите, вот это, которую ниткой мы уплотняли, мы ее одеваем, провяжем, то есть зафиксируем ее здесь в этой петле. И вяжем по кругу далее. Уже тоже ничего не добавляем. Добавляем только сам круг, когда делаем. И вот этот ряд с воздушными петлями. Далее вяжем ровно. Еще я сейчас попробую защую наконец-то эту дырку. И попробую немножечко пропарить, пока оно вот находится в стадии круга, пропарить утюжком. Ради эксперимента. Просто как оно будет выглядит. Вот мои две заготовки. Видите, хорошо это тем, что я вяжу параллельно обе. И вот здесь вот я уже провязала. Вот здесь вот я в начале ряда. То есть я сейчас буду продолжать вязать сюда. Ну, по кругу. Вот так вот. А здесь я уже по кругу довязала сюда. И не довязала я до ручки. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Теперь делаю воздушную петлю подъема, поворачиваю и буду вязать изнаночный ряд. Первую петлю оставляю, вяжу со второй петли и пытаюсь восстановить как бы галочку здесь, чтобы у нас эти галочки были. Они нам нужны, этот узор нам нужно сохранить. Вяжем до конца ряда. Видите, вот здесь вот галочка остается. Ну, не такая, конечно, как здесь была, но хоть какое-то подобие галочки. То есть мы вяжем обратно изнаночный ряд, не довязывая сюда 7 петель, точно так же, как и здесь. Вот здесь вот 7 петель не довязываем. Так, смотрите, хочу показать на этом этапе. Не бойтесь разутюживать, видите? Прекрасно утюжится хлопок, 100% пряжа. Поэтому смотрите, какую форму я придала, то есть прям хорошо по спарам, утюжочкам берем и проутюживаем, равняем, корректируем, чтобы оно было соответствовало друг другу, все исправляем утюжком, где какая кривизна, где что-то там кривенько, исправляем. И теперь вяжем вот поворотными рядами вот так вот туда обратно.
Вот, узором галочка. Тут не довязываем 7 петель. Опять мои комментарии. Пока не забыла, буду говорить вот так вот в процессе все, что хотела сказать. Значит, ручка. Ручка не держит форму. Ну как, ну понятное дело, тут один ряд, так что ручка не будет держать форму. Укрепляем, обязательно укрепляем ручку. Я в горах, в лесу, поэтому я ее укрепить не могу, нечем. Вот, а снять хочется очень быстро. Я могла бы подождать, но мне так хочется вам показать эту сумочку, поэтому я быстренько. Так, укрепляем хотя бы бельевым шнуром. Вот сейчас выскочит видео, мы с вами это делали. Кто мои подписчики давно уже смотрят, те знают. Вот, и желательно отсюда примерно и до сюда, в последнем ряду. В последнем ряду укрепляем и... Еще лучше подобрать шнур этот в цвет сумки, чтобы он не выглядывал, и укрепить двумя кусками этого, то есть вдвое сложить этот шнур. Тогда ручка будет классная, прям такая держаться. Так, поехали дальше. Значит, сбоку я провязала, смотрите, 1, 2, 3, 4 ряда на каждой заготовке. По 4 ряда я провязала. Видите, уже не добавляя ничего, здесь эти наши 7 петель, как я говорила, не довязанные, то есть эти бока сумочки. Теперь берем, выворачиваем сумочку на изнаночную сторону. И тут получается у нас этот ряд закончен здесь, а если мы вот так вот сложим двое, а этот закончен здесь. И мы, знаете, что сделаем? Мы сделаем таким вот образом. Так вот складываем. И сшивать мы будем с двух сторон. И в центре сойдемся. Для чего? Для того, чтобы сшиваем полустолбиками. Захватываем вот так вот и полустолбиками сшиваем. Сделаем это для того, чтобы у нас... спрятались концы, и у нас все обработано будет чистенько, аккуратненько и профессионально, нигде у нас ничего не будет торчать, висеть, выглядывать, все будет чисто. Ну вот пока я вяжу, давайте еще вам расскажу, порассуждаю с вами как бы свои наблюдения, ну в общем свое мнение просто скажу. Сейчас в конце я вам измерю этот размер. Вот смотрите, у меня остался вот такой вот клубочек, еще свяжу ручку, это все я вам покажу. Такую, чтобы, потому что сумка небольшая, да, и если большая сумка, я считаю, что любая сумка должна иметь ручку через плечо. Не могу я, что-то я, может, я такая неправильная, но я люблю сумку повесить на плечо, а руки освободить. Не могу я носить, не умею носить сумки в руке, мне нужно ее повесить, поэтому... Даже если она маленькая, даже если она большая, я советую сделать ручку. Ну, длинную, имею в виду. Как связать ручку, тоже у меня есть на канале, смотрите. Сейчас тоже вставлю сюда ссылку вверх видео, хоть бы не забыть ссылочки поставлять. Ну, я думаю, если вы откроете плейлист вязания из трикотажной пряжи, вы все эти видео, которых я упоминала здесь, вы их все там найдете в этом плейлисте. Так что вдруг я чего-то забуду вставить, пожалуйста, переходите в плейлист и вердикт. Длинную ручку обязательно. И еще, если хотите большую сумку, соответственно, два мотка. Моя сумка из одного мотка пряжи. Крючок четверка. Ой, забыла сказать. Нет, пятерка, смотрите, 5 миллиметров крючок. И один моток пряжи на такую маленькую, как вот у меня. Ну, не знаю, нормальная. Для меня вот кошелек, в нее кошелек, телефон поместится. Что еще хотела сказать? Застежку. Про застежку мы с вами еще поговорим. Как установить кнопку, опять же, можно вот эту магнитную кнопку поставить. Это видео тоже есть у меня на канале. Смотрим, девчонки, как установить эту кнопочку. Можно кнопочку, а можно декоративную пуговицу. То есть вы цепочку вяжете отсюда, с одной половинки вяжете цепочку, такую как бы... петелечку из цепочки, сюда пришиваете пуговку и застегиваете на декоративную пуговицу. Проще простого. Не надо никаких
заумных застежек, какую-то деревянную красивую пуговичку. И все будет лучше всех, круче всех. Вот. Как говорится, все гениальное просто. Поэтому не надо усложнять, сумка она сама по себе красивая. Вот, видите, как у меня. Ну ладно, я здесь уже не буду, я вот этим продолжу. Замкнем здесь. И, ну, в принципе, все, что хотела сказать. Если хотите побольше сумочку, 2 мотка ниток. Если хотите поплотнее, 2 мотка ниток. Если вам достаточно будет такой, как у меня, 1 моток ниток. И ножницы для того, чтобы эту ленту разрезать пополам. Вот и все. И все дела. Тоже, в принципе, я ее связала вот сегодня за один день. Спешу. Сейчас, правда, уже ночь. А я спешу доснимать, потому что хочу сделать побыстрее это видео, потому что у нас будет много, большой наезд людей, у меня не будет времени. Поэтому мне надо быстренько сейчас снять и вам выложить, чтобы вы еще успели связать и летом поносить. Ну вот. Все, сшила, поболтала с вами, пока сшивала. Вот так вот. Здесь мы продеваем, просто маскируем. Это у нас изнаночная сторона. Особой красоты нам здесь не нужно. Нам важно зафиксировать. И остатки обрезаем. Так, выворачиваем. Вот смотрите, кстати, как прикольно получилось. Я хотела ровное. Вот я бы сейчас даже вот так вот и оставила вот такую бы гармошку. Да? Как вы думаете? Напишите мне, девчонки, в комментариях. Видите, оно завернулось туда. Я не ожидала такого. Но, а с другой стороны, оно очень симпатично смотрится вот такое вот. То есть, если там больше всего положить, оно развернется. А так оно гармошечкой сложилось. Вот смотрите. Видите, такие случайные элементы. Получается, о, видите косяк? Не косяк, а потому что я это вижу прекрасно, но вы обязательно вставьте сюда, уплотните леску эту. Леску, проволоку, даже что угодно. И будут ручки держаться, и будет оно красиво, хорошо выглядит. Прям шикарно будет, не так, как у меня. Так что я всегда говорю, девчонки, учитесь на моих ошибках. И ошибки свои я озвучиваю. И вы делаете так, как я говорю. То есть уже... Кстати, обалденно держится вот эта форма. И не надо, и по весу она не тяжелая. И держит классно форму. Сейчас измерю вам. Измерю в ширину. Линейка у меня маленькая, 24 сантиметра. Ну, соответственно, высоту тоже, плюс ручка. То есть не такая она уж и маленькая. Смотрите, как интересно. Ну вы посмотрите, я прям не ожидала. Я прям не ожидала такого результата. Да, я что-то думала, тут будет ровно. Оно, видите, в такую гармошечку у меня сложилось. Ну, в общем, получилось так, как получилось. Вот она. Сейчас еще свяжу длинную ручку. Смотрите, что я еще сделала. Я связала ручку. Опять же буду говорить, сейчас появится здесь видео в уголке, как вязать ручку на двух крючках, которые там есть видео 5 способов вязания ручек, способ вязания на двух крючках. С этой стороны я уже прикрепила вот такую вот карабиночку. Вот сколько ниток у меня осталось, видите, вот это весь остаток из одного мотка. Хотя я не считаю, что сумка один моток — это довольно бюджетный вариант сумки. И тем более, что мы не тратили деньги ни на ручки. Вот только получается моток ниток и, ну, и эти карабинки. Ну, если еще застежку захотите сделать, то еще на магнитик. И все. Вот так вот я закреплю вот эти петли с крючков. Вот, в принципе, все, девчонки. Ручка будет отстегивающаяся.
Захотите, застегнете, захотите, отстегнете. Это уже на ваше усмотрение. Вот. Так, готовенько. Ну, теперь я вот измерить. Я вам ее измерила, сумочку. Все как бы советы, рекомендации, думаю, все сказала. Если что, спрашивайте. И мы ее проденем чуть подальше. Вот здесь можно и колечко как бы прицепить. Ну, вот такая у нас сумочка. Еще, девчонки, маленький спойлер. Связала вот такой вот себе органайзер для крючков. Я его сняла, так что, но не смонтировала еще, так что скоро будет на канале вот такой вот, такая вот книжечка органайзер для крючочков. Осталось только смонтировать видео и выложу вам, чтобы вы себе связали вот такой вот книженцы сумкой. Вот, все, девчонки, все, сумка готова. Ручка готова. Смотрите, вот он наш результат. Я считаю, что результат у нас положительный. Все получилось отлично, красиво. Форму держит, она круглая. Вот, можно сделать здесь кнопку, можно сделать еще декоративную пуговицу. Но она сама по себе очень красивая и так, и без ничего. Вот, смотрится шикарно, тем более сейчас лето. Хорошая сумочка, мне понравилась. Она пока в моих фаворитах из всех сумок. Пока. А дальше увидим. Вот еще рюкзак я тут люблю, который у меня там двухцветный рюкзак. Вот. И вот эта сумка у меня тоже. Это один из, теперь будет мой, один из фаворитов. Ну, предполагаю, дочь у меня ее заберет. Ну, не страшно. Будет мотивация связать еще какую-то одну классную сумку. Так что, девчонки, если что-то видите, посылайте. А я пошла спать. Уже, слава богу, уже 1:30. Всем спокойной ночи. Вернее, мне спокойной ночи. Всем ровных петель, как говорится. Удачи, вяжите, носите. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.